конечно, отличия есть, потому что мы играем за разные клубы, но тут, когда приходим, мы пытаемся про это переводить это больше в шутку и вспоминаем только хорошие моменты. А когда на игре, в чемпионате, то, конечно, по-другому настраиваемся, и на льду мы враги друг другу. Пока тренер еще, ну, наверное, не знает всех до конца, так знает, ну, знает, как знает, но я думаю, он тоже подключится скоро и будем вместе вспоминать, и, может, где-то чему-то подучимся, запишем какие-то шутки в блокнот. Пока еще задачи нам не сказали какие-то, но я думаю, сыграть как можно лучше и получить огромный опыт, так как у нас команда молодая. И мы будем стараться играть за нашу страну как можно лучше. Так как это мой последний год молодежной сборной, ну, я ставлю себе максимальные задачи в этом году. И я уже говорил с парнями, тоже 98-го года рождения, чтобы мы в этом году сыграли как минимум на медали. И, а самое лучшее – выйти из группы и оставить после себя, так сказать, хороший след на этом чемпионате мира. Поэтому самый серьезный настрой в этом году. Я очень серьезно воспринимаю этот чемпионат мира. Я пытаюсь все делать постепенно. Турнир, там, 9-го турнир, потом чемпионат мира молодежный. И все постепенно, постепенно. И, конечно, надо стремиться к национальной сборной и выше, выше идти, добавлять.